Касым-Жомарт Токаев прокомментировал споры вокруг законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию. По словам президента, такая реакция общественности вполне закономерна. Актуальные проблемы должны широко обсуждаться, отметил глава государства. Он считает, что инициаторам документа следует пересмотреть подходы и учесть мнение других. Главная цель – защитить права женщин и детей, подытожил президент. Бурное обсуждение началось вскоре после того, как депутаты Мажилиса парламента одобрили документ в первом чтении. Однако, ознакомившись с некоторыми положениями, общественники, эксперты и отдельные народные избранники выступили против принятия законопроекта. В частности, противников закона не устраивают нормы касательно количества детей в семье и права ребенка во время семейных конфликтов обращаться к психологу, омбудсмену или в полицию без ведома родителей. Впрочем, сам документ все еще на стадии обсуждения и будет принят с учетом общественного мнения. Для чего пишутся законы? Законы нужны для того, чтобы людям было комфортно жить. Мы уверены, что те, кто писал этот закон, видя реакцию и мнение общественности, не станут идти на такие грубейшие нарушения.